Всем привет, с вами Александр. Сегодня 23 сентября. Я нахожусь в походе. Погода у нас отличная. Сегодня было градусов 25. Тут у меня палатка стоит. Даже не верится, что уже осень. Вроде тепло так. Взял сегодня большую палатку. В маленькой мне спать неудобно. Какой классный костер у меня. Сейчас пойду купаться. Есть такое болото, ну не болото, а озеро. Но просто в этом месте захода нету. Воду просто вот так вот по траве пойду. Деревья засохшие торчат в воде. Ну так озеро красивое. На прошлой неделе я здесь тоже был, купался. Вода классная. Не сказать, чтобы лето, но нормально. Все, захожу в воду. Ну так, в принципе, вода теплая. Но, правда, заходить в нее так как-то не то чтобы мерзко. Ну представьте, вот. Там ил, внизу пузыри, слышите? Внизу пузыри. Дно здесь просто черное. Потому что листья падают, и же озеро в лесу находится. Слышите? Пузыри как? Луна. Прям ноги проваливаются в ил. Немножко окунусь, плавать не буду. Ой, прохладненько. Я тут один сегодня. Ну, водичка, ну, вы знаете, для 23 сентября нормальная. Пар. Пар изо рта прямо. Ой, не. Водичка, ну, так себе. Я даже не знаю, сколько градусов, но, наверное, градусов 16, может быть. 17, ну, нормальная водичка. Положил камеру и устроил заплыв. Такая красота. Купался, плавал, передо мной две летучие мыши летали. Смотрите, луна, дышишь, пар изо рта идет. Красота, конечно. Надо становиться моржом. Очень здорово, классно. Ну, тут костер. Можно погреться. Ну, я вам скажу так, что особо-то не холодно. Представляю, сейчас люди смотрят куда-нибудь с Якутска или где по вечерам уже холодно. Какая у нас красота в Калининграде. Но это не всегда так. Просто сейчас выдались теплые деньки, а потом будет холодно. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.